91-м Дудаев вернулся в Ичкерию окончательно. Республике, возбужденной идеями сепаратизма, нужен был командир, даже скорее вожатый. В тот период было много заметных фигур. Руслан Хасбулатов, Сламбек Хаджиев, Доку Завгаев, Умар Автурханов. И все они разделяли идею независимости. С этого момента история Чечни начала обрастать мифами. Миф первый. О независимости. В августе 91-го Верховный Совет Чечни поддержал ГКЧП. Демократическая волна выбросила Дудаева на первый план. На рубеже 80-х, 90-х крошечную Чечено-Ингушетию мало кто мог сразу показать на географической карте, а на политической и экономической картах СССР ее не разглядеть и подавно. Автономия целиком и полностью зависела от центра. Путч вселил в чеченцев надежду на скорое освобождение от Москвы. Дудаев в тот момент был лоялен новой власти, а еще у генерала была русская жена. Многие надеялись, что этот факт позволит ему вести интернациональную политику и ослабит нарастающий чеченский шовинизм. Саламбек Хаджиев, член-корреспондент Российской академии наук. В 90-е годы один из главных оппонентов Дудаева. Почему? Для того, чтобы иметь поддержку, он все больше и больше уходил к национализму. И под независимостью фактически яро проповедовался национализм. А там система такая, если ты не самый ярый националист, то следующий тебя сменит. И он попал в капкан. К выборам 91-го года генерал был уже тяжело болен властью. Его стали посещать странные мысли. Он, например, предложил вооружить все мужское население в возрасте от 15 до 55 лет. Все говорили, что он делает. Что он, это неужели вот это правда, что он будет вооружать людей, детей? А для чеченца вооруженный 15-летний подросток – это в первую очередь страх перед кровной местью. Марьям Вахидова, в начале 90-х пресс-секретарь и советник Джохара Дудаева. Прежняя жизнь Дудаева прошла в гарнизонах, где традиционно царит дух сплетен и матриархальное правление офицерских жен. Именно на слухи и сплетни привык всегда опираться Дудаев. Он был сильно подвержен чужому и не всегда благотворному влиянию. Не особых связей. Он окружил себя людьми случайными, но имевшими заслуги перед чеченской революцией. По большей части уголовниками. К власти в республике пришли люди некомпетентные, малообразованные, не имевшие навыков управления. Дудаев становился все дальше и дальше от Москвы. Я пришла к нему и сказала: «Джохар, вот вы знаете, что за люди вас окружают?» Он говорит: «Знаю. Если бы вы знали, вы бы с ними расстались». А он говорит: если я их сейчас знаю, на что они способны, их от себя удалю, мне подсунут таких, которых я просто потеряю время на изучение этих людей, а они провокации сделают гораздо больше. Александр Коржаков, генерал-лейтенант, в прошлом руководитель службы безопасности президента России. Советский офицер, советский генерал, у него менталитет другой. Но вы использовали его, сделали из него лидера нации. Сначала он действительно на лаврах таких поплыл немножко, что так его вознесли. Но когда пошло время, а улучшений-то нет, народ лучше не стал жить, оружия полно в республике, и кланы между собой начинают мускулами сталкиваться. Простой вопрос: зачем Чечне суверенитет?
Дудаев очень хотел самостоятельности, и в 91-м республика объявила о суверенитете. Москва перекрыла финансовые краны. Живите как хотите. И за 3 года чеченская экономика обрушилась. Колонны переселенцев устремились в Россию. Получалось, что независимость по-чеченски – это не подчинение федеральным законам, но только не свобода от денежных потоков. Безумные заявления Дудаева о походах на Европу заставили западные СМИ все же разглядеть на карте точку в горах Кавказа. С этого момента муха Чечня стала приобретать размеры гигантского назойливого животного. Республика, доселе мало кому известная, все больше привлекала к себе внимание. На российском уровне стал звучать термин «чеченская преступность». Карту независимости разыгрывала и ельцинская оппозиция в Москве. Впрочем, история в точности повторила собой события многолетней давности. За 77 лет до этих событий. Осень 1917 года. Как только в России возникала нестабильная ситуация, Чечня немедленно заявляла о своем суверенитете. Так было и в 1917 году. Грозный, подобно Одессе, Баку или Москве, был интернациональным городом, и чеченская диаспора не занимала здесь сильных позиций. С началом революционного движения в республике начался раздрай, и участились вспышки бандитизма. Жители Грозного обратились в Петроград с просьбой ввести военное положение, но помощь не приходила. Более того, из города были выведены все воинские подразделения. Это был период двоевластия. Временные правительства и большевики переманивали каждый на свою сторону гордый народ. От выбора грозненцев зависела судьба большевистской революции в Чечне. Власти городские, они не контролируют. Керим Джафаров, доктор технических наук. В начале ноября 1917 года, значит, погибла паровозная бригада. Значит, где и как, это сейчас сказать невозможно, но винили в этом чеченцев. После чего, значит, властями городскими были, значит, расстреляны 13 чеченских старейшин, что привело фактически к восстанию населения. Они, я имею в виду, значит, чеченцев, подожгли новогрозненские нефтяные промыслы. Пожар на нефтепромыслах, начавшийся в конце ноября 1917 года, продолжался до мая 1919. За 1,5 года в огне погибли все коммуникации. Был поврежден нефтепровод на Махачкалу. Грозный погрузился во тьму от чудовищного смога. Уничтожение стратегически важных объектов собственного региона позднее войдет у чеченцев в привычку. С учетом нефти, находившейся в резервуарах, и вот в озерном хранении, то есть в открытых земляных амбарах, то выгорело около 2 миллионов тонн нефти. Следствие по факту гибели русской паровозной бригады и последующего расстрела чеченских старейшин велось всеми властями, какие только были в Грозном. Но до нас дошли только документы большевиков, в которых вся вина свалена на временное правительство. И сказать, кто же на самом деле спровоцировал волнение, уже невозможно. Важно другое. Большевики очень ловко воспользовались этой провокацией. Им было выгодно, чтобы Грозный горел. Неспособность временщиков контролировать ситуацию на Кавказе была мощным козырем в большевистской политической борьбе. И в конечном счете население перешло на сторону новой власти. Правда, в то время доля грамотных чеченцев составляла меньше 1%. И они не слишком разбирались в деталях светлого будущего. Идея суверенитета была ловко использована большевиками по назначению, а затем благополучно забыта уже на долгие годы. Ичкерия, июнь 1993 года. Летом 1993 года Дудаев распустил парламент, ввел комендантский час и прямое президентское правление. Именно так видел себе генерал суверенную Чечню. Так он видел и свои полномочия. Но махинации с банковскими авиза, похищение людей, производство фальшивых долларов и наркотрафик дудаевская диктатура не только не сдерживала, а скорее покрывала и контролировала. Крошечная точка на территории России стала инкубатором криминала. Дудаев появлялся в каждом выпуске новостей, грозя и раздражая Россию. Общественное мнение активно призывало Ельцина к решительным шагам –
по прекращению беспредела. В 1994-м я посылал людей к Дудаеву предупредить, что Россия готовит военные действия, если он не начнет какие-то переговоры. Власть в России никто не собирается отдавать, а с такой ситуацией в Чечне они проиграют выборы. Они это понимают, и уже вертолетный батальон, бригада, спецназ, все находится в Моздоке. Он сказал, что все это чепуха, пусть сунутся, мы им дадим на полную катушку. Он, как генерал, хотел войны и не собирался ее избегать. Для ввода российских войск в Чечню существовали и другие причины. По территории Чечни проходил нефтепровод Баку-Грозный-Новороссийск, который также подвергся набегам чеченского криминала. В трубы нефтепроводов врезали краны. Разворовывание транзитной нефти приняло угрожающие масштабы. По Чечне проходила и железная дорога на Дагестан. Там начались разбои и грабежи. Пассажиры отказывались путешествовать через территорию мятежной республики. Одна тысячная часть российской территории становилась навязчивой головной болью страны. Чечня отрывала нас от Закавказья всего, как бы разрывала все связывающие пуповины, оказалось, она, в общем-то, создавала большие проблемы государству. Дудаев привел Чечню к глубочайшему кризису. Доведенный до отчаяния, народ готов был пойти против своего первого президента. Но генерал умело перевел агрессию на Москву. Война нужна была Дудаеву, чтобы скрыть собственную несостоятельность и хоть чем-то занять безработное население. Он призвал защитить независимое государство, которое так и не смог построить. Вот и ходит по миру миф о суверенитете, который хотел обрести пораженный в правах чеченский народ. А мачеха Россия, злая тетка, его не отпустила. Первая чеченская не стала победоносным блицкригом. Она затягивалась и, как ни парадоксально, начала приносить финансовую прибыль обеим сторонам. Там не в игрушки в Чечне играют. Там кровь и жизнь вообще не стоят ничего. Вот ноль. Цена жизни – ноль. Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности, занимался вопросами урегулирования чеченского кризиса. Березовский первым осознал ничтожность человеческой жизни на чеченской войне и ловко эту идею эксплуатировал. Его миротворческая деятельность порой оборачивалась жертвами с обеих сторон, а порой он не скупился на солидный выкуп за солдата или журналиста. И всего вызволил 55 человек. Вокруг Чечни стали вращаться огромные деньги. Березовский, как и все, кому в карман падала хоть одна военная копейка, делал все возможное для затягивания военных действий. Березовский пользовался расположением чеченских полевых командиров, которые получил при обмене пленных на государственные ассигнации, а потому мог повлиять и на миротворческий процесс. После Хасавюрта он возобновил движение азербайджанской нефти через Чечню в Россию. Березовский в тот момент возглавлял крупный сырьевой холдинг, а рассказывал всем, что не для себя старался, а для людей. Имена этих людей у всех на устах, и слишком далеки они от народа. Доставать оттуда людей – это не прогулка такая легкая. Ну, увидели, мелькнул кто-то там в телевизоре, там Рушайло, подумаешь, еще привез.
Почему, вот я всегда задаю вопрос, почему так человек, почему человек такое животное, которое устроено так, что вот ему нужен обязательно запах крови, чтобы он серьезно задумался над тем, что происходит. Вот сегодня запах крови есть, да, все сегодня запах крови ощутили, да? Раньше только те, кто туда в Чечню мотался или кто в Чечне воевал. Известны его контакты с руководителями чеченских бандитских формирований. И в какой-то части они у него брали деньги на что-то. В другой части он брал потом деньги оттуда на что-то. Алексей Александров, заместитель председателя комитета по безопасности Государственной Думы. В конечном итоге Березовский, условно говоря, если он туда вкладывал 10%, то потом выбирал оттуда 90%. Все. Привет, Володик. Привет, дорогой. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Ну, Казбек сегодня приехал, очень расстроенный. Что значит расстроенный? Ну, вопрос же стоял о том, что он 2,5 единицы привезет. Что? Ну, лужайся, Володик. А? 2,5 единицы привезет. Володик, я что-то перепутал. Я об этом не знаю, я тебе сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал. Миф второй. Об исламских традициях боевиков. Война – это всегда неразбериха и неучтенка. Но для эскалации военных действий необходима мощная идея. Суверенитет изжил себя. Дудаева к тому времени убили. Нужны были новые лозунги. Первым идею объединения нации вокруг ислама выдвинул Зелимхан Яндарбиев. Народ после Первой войны даже за Масхадова проголосовал, потому что у него была светская программа. С духовной программы от ислама шариата шел Яндарбиев. И народ не то, что ни одного голоса ему не отдал, они даже и не собирались за него голосовать. Полевые командиры пошли дальше Яндарбиева. Они взяли на вооружение реакционное направление ислама – ваххабизм. Соединили его с родовыми чеченскими законами – адатами, по которым жили они и их предки еще до принятия ислама. Этот зловещий букет они возвели в ранг военно-политической идеологии. Но адаты не всегда совместимы с шариатом и даже противоречат друг другу. Подлинный же ислам не имел ничего общего с внутренней жизнью боевиков и стал не более чем агиткой для СМИ. Знамя ислама было необходимо боевикам, чтобы вызвать финансовое сострадание даже у таких благотворительных монстров, как Комитет попечительства сирот в Катаре или Канадский международный комитет милосердия. Шариатская же комиссия из Саудовской Аравии, долгое время изучавшая ситуацию в регионе, пришла к парадоксальному выводу, что эти люди не имеют права считать себя правоверными мусульманами. Бригадные генералы, которые за счет чеченцев, народных ополченцев, сделали себе имя, они не знают, что такое вот те законы, которые они хотят, чтобы именно по этим законам жили в обществе. Они сами этого не понимают. К этому привел растущий зазор между национальными традициями и исламом, и исламским шариатским законодательством, которое многие любят, так сказать, говорить, что оно не противоречит адатам. Дескать, адаты там во многом копируют, воспроизводят шариатское законодательство. Это, конечно, все ложь, потому что шариатское законодательство построено... Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Еще Дудаев пытался скрестить адаты с шариатом и узаконить все это в Уголовном кодексе. Генеральный прокурор Чечни Эльза Шерипова разработала несколько поправок, одна из которых – кровная месть. По новому закону допускалось по окончании следствия и доказательства судом вины передавать убийцу кровникам для исполнения приговора. Однако старейшины могли примирить враждующих и вообще отпустить убийцу. По адату он кормит эту семью, если они лишились там кормильца, допустим, или не появляется на этой улице, или переезжает из этого села, чтобы не появляться, не травмировать морально. Oh!
стейповое строение, клановое строение общества дает почву для бесконечно длящегося вот этого порочного замкнутого круга криминала. За два столетия до этих событий, начало 19 века, истинный исламский фактор играет слабую роль в чеченском вопросе. Чеченцы были фактически язычниками и всегда жили по адату, своду родовых традиций и законов. Ислам очень поздно пришел на Северный Кавказ и стал в сочетании с местными обычаями знаменем, которое позволяло горцам объединяться, чтобы оправдать борьбу против неверных. Исламские лозунги активно использовал и Шамиль в период Кавказских войн. Нормы стандартного мусульманского поведения ослабли и подменялись нормами родовых обычаев. В 20-х годах большевики озаботились этим вопросом. Кадры, которые вы сейчас видите, робкая попытка новой власти примирить кровных врагов. Чеченской нефти. Дудаев первым сравнил запасы чеченской нефти с запасами Кувейта. Министр пропаганды Ичкерии Мавлади Удугов еще больше раскрутил миф о чеченских нефтедолларах, которые якобы потекут в республику, как только она освободится от диктатуры и бремени России. Миф о чеченской нефти лег в основу пламенных речей Удугова о светлом будущем. «Мы сможем прокормить себя сами, ведь у нас есть нефть», – решил чеченский народ. И иностранные инвесторы на перегонки ринутся в наш богатый нефтяной регион. Но никто так и не ответил на вопрос, а стоит ли вообще рассматривать Чечню как нефтедобывающий район? Есть ли в Чечне нефть в объемах, ради которых стоит так рисковать? Ичкерия, 1718 год. Петром Первым на Кавказ была отправлена геологическая экспедиция. Ее результатом стало составление первой в России нефтяной карты. Это была нефтяная карта Чечни. И вот тогда уже первый раз на государственном уровне было известно, что в районе вот нынешней Чечни имеются нефтяные источники. Нефть лежала буквально на поверхности. Ее выкачивали из колодцев. В конце 19 века часть нефтеносных участков скупил армянский адвокат Иосиф Ахвердов. Именно его рабочим удалось пробурить первую скважину. Эта информация тщательно скрывалась, ведь грозненцы боялись набегов конкурентов. 6 октября 1893 года Ахвердов получил телеграмму от своих инженеров, в которой было только одно слово – «фонтан». Но бакинцы все же пронюхали о скважине. Они понимали, что этот район нефтеносный, поскольку уже были колодезные добычи. Они понимали, что там когда-то все равно там найдут большие объемы нефти, но оттягивали этот период. Слухи о фонтанах Ахвердова разнеслись по всему миру. В Грозный устремились фирмы Нобеля и Ротшильда. Пожары в период революции и гражданской войны полностью разорили грозненскую нефтянку. Новая власть отчаянно нуждалась в иностранном капитале для восстановления старых и освоения новых нефтепромыслов. Британия сделала ставку на большевиков и рискнула вложить капитал в мятежный регион. Переговоры с премьер-министром Великобритании Ллойдом Джорджем вел комиссар внешней торговли Леонид Красин. Вот одно из секретных посланий Ленина, направленных Красину в Лондон. У этой свиньи Ллойда Джорджа нет ни стыда, ни колебаний, когда он врет. Не верь ни единому слову и трижды води его за нос. Ленин был недалек от истины.
Англичане вели параллельные переговоры о покупке нефтепромыслов с их настоящими владельцами – Нобелями и Ротшильдами. Англичане еще в конце 21 года не верили, что большевики удержатся у власти, и поэтому они, ну, наверное, поэтому они купили. Потому что другой причины купить грозненские нефтепромыслы у них не было. Это карта нефтедобычи в Чечне за 20 век. Она зеркально отражает историю чеченского народа. На ней человеческие судьбы, трагедии, кровь, боль. Первое резкое падение нефтедобычи – это репрессии 37 года. А это 42-й год. Гитлеровцы не дошли 40 километров до Грозного и напоследок устроили авиационные бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов. В 44-м году в Казахстан были выселены 12 тысяч чеченских семей. И только в 57-м, после их возвращения, нефтедобыча пошла в гору. 71-й год. Самая высокая точка. 22 миллиона тонн. Резкое снижение 80-х вплоть до Первой Чеченской войны. Добыча уже к тому времени, она настолько сильно упала за столетнюю эксплуатацию, что добыча нефти даже в идеальном случае 2-3 миллиона составлял 1% от добычи России. Вы же понимаете, 1% не стоит всего этого, и не такая там уже сверхприбыльность. Сегодня промышленная добыча сведена к минимуму. Но о чеченской нефти по-прежнему много говорят. И вот почему. При переработке нефти, как известно, получают мазут и бензин. В начале прошлого века использовался только мазут, а вот бензин девать было некуда. И его сливали в накопительные колодцы. Так под Грозным образовалась бензиновая подушка. Бензин, закачанный в колодцы еще столетия назад, сегодня вычерпывают местные жители. Этот факт и породил миф о чеченской нефти, который течет буквально под ногами. Этот же бензин заливали в танки в Великую Отечественную, в Первую и Вторую чеченские кампании. За топливом стойко закрепился запах войны. Копают во дворах колодцы на свой страх и риск, на страх и риск своих соседей, потому что это может привести, ну, к непоправимым последствиям, я имею в виду отравление этими газами и пожарами колоссальными. Вот жители добывают с тем, чтобы его продать. Его, значит, надо только отделить от воды, но это делается отстаиванием. Угу. И все. Покажите мне, где находятся нефтяные продукты, которые вы перевозили. Так она же пустая. Пустая. А где находится керосин и в каком количестве? 2 тонны. 2,5 тонны, сколько я слышу. Я так понимаю, что есть стенка задняя, где вы установили дополнительно бак. Бочки с бензином на дорогах, резервуары, запаянные в кузова фургонов. Вот характерная черта и масштабы сегодняшнего чеченского нефтебизнеса. Существует 6 веток, по которым ворованное горючее отправляется в сопредельные регионы – в Ингушетию, Дагестан, Ставропольский край. Проходит оно, минуя десятки российских блокпостов. На эту стоянку стянуты только за 2 недели 143 нефтевоза с нелегальным топливом. А сейчас снимите и покажите, то, что вы там прячете. Вот эти? Ключи. Снимайте. Вот эти? Да. Таким образом, получается, что вы сливаете ту нефть, которую заливаете сверху, да? Республика сегодня добывает где-то 600-700 тысяч тонн. Да. Из них где-нибудь, я думаю, 350-400 это идут реально законным путем на продажу. Я думаю, где-то 250-300 тысяч разворовывается. Вот на эти маленькие заводы. Сегодня это прекратить могут только федеральные силы. Мы оба вот отсюда проезжали. В республике насчитывается до 15 тысяч кустарных мини-заводов, в просторечии именуемых самоварами. Топливо попадает в них из так называемых частных скважин и врезанных в нефтепроводы кранов. Продажа ворованного бензина приносит чистый нал, не обремененный государственным участием. Кадры, которые вы сейчас видите, операция СОБРа по ликвидации одного из таких самоваров.
Но даже если государство приложит все силы для пресечения воровства, результат будет неутешительным. Защищать практически нечего. В 1971 году закончилась эра чеченской нефтедобычи. А причина этого – естественное истощение скважин. Но даже в то, что там осталось, не согласится вложиться ни одна российская или зарубежная компания. Это слишком опасно для жизни. Любая скважина в этом случае должна будет представлять из себя мини-крепость, окруженную минным полем. Готов, Леший, готов. Сумел набрать больше автоматов, тот там создает свою маленькую буровую, свой там бензин качает. И это будет так, потому что условия военного действия всегда создают очень большой беспредел. В Чечне есть несколько точек, вблизи которых не раздался ни один взрыв. Это станции Червленная, Шелковская и Грозненский нефтеперерабатывающий завод. Это точки кормильцы чеченского нефтяного криминала. Но реализуют эту нефть на территории России. И российский криминал способствует продолжению беспредела. Ведь деньги, получаемые от продажи ворованной нефти, возвращаются обратно в Ичкерию и подкармливают войну. Помните, в основе любого государства лежат базисы надстройка, экономика и идеология. Так вот, в Чечне нефть – это базис, а религия – надстройка. Но нефти остались крохи, а религия исковеркана и поставлена на службу боевикам. Тогда о каком государстве может идти речь? На восстановление чего мы тратим каждый год миллионы долларов? Раздувание мифа под названием «Чечня» сегодня выгодно людям, цинично решающим там свои финансовые и геополитические задачи. Им крайне невыгодно превращение Чечни из дойной коровы обратно в муху Чечню. Чеченская нефть – это совсем не самый главный вопрос, поскольку составляет это меньше 1%, и качество нефти там совсем не то, и нефти у нас гораздо больше в других местах. Так что это вторично. Вот, а главное – это похищение тех средств, которые пытаются направить наше государство на восстановление. Уже не секрет, что начало второй чеченской кампании было использовано для сокрытия хищений первых миллионных траншей, которые Родина выписала на восстановление республики. Пролетел самолет, и нет школы. А что в ней было, и была ли вообще школа, уже не докажешь. Последнее заявление директора ФСБ Николая Патрушева, что разворован уже третий по счету транш, дает основание полагать, что та же участь постигнет и четвертый, и пятый. Будут новые операции, и человеческие потери покроют финансовый. Главный миф о том, что чеченская война скоро кончится, так никто еще и не развенчал. Центр Гудермеса. Подвал когда-то жилого дома. Два российских солдата, Леха и Серега, сидели там уже месяц. Глухо. Кричи, не кричи. Маленькое окошко. Видны только ноги прохожих. Может быть, кто-то знал о них. Кто-то что-то слышал. В 100 метрах свои. Армейский штаб. Не докричаться. Время шло, а их не выкупали. Боевики уходили из Гудермеса. Тащить с собой обессилевших, голодных солдат никто не хотел. Их убили. И все. Осталась надпись огарком на потолке. Леха и Серега. А сколько таких Лех и Серег воюет там? А сколько еще будет?
Конечно, они герои. Но невозможно все время выезжать на героизме русского солдата. Героизм исчерпывается. Тогда, в Великую Отечественную, трагедия была общенациональной. И вместе с 18-летними гибли 30, 40 и 50-летние старики, женщины и дети. А сегодняшние солдаты понимают, что они гибнут в стране, которая живет мирной жизнью. Мирная страна встречает Новый год. Новый год Чеченской войны.